Приятно с вами познакомиться. У нас с Турецкой Республикой очень хорошие, теплые отношения. То есть это уже традиция. И я прежде всего хочу еще раз поблагодарить вас как представителя дипломатического корпуса и в вашем лице наш город побратим Стамбул за то тесное сотрудничество. И у нас в результате этого получился красивый, самый красивый парк, я думаю, в Украине, Стамбульский парк. Evet, biliyorum. Her hafta sonu gidiyorum. Да, я знаю, каждые выходные гуляю в Стамбульском парке. Oğlum çok seviyor. Ребенок очень любит Стамбульский парк. Это, вы знаете, это был яркий пример, яркий пример вот таких братских отношений между двумя городами. Bu iki şehir arasındaki kardeşliklerin çok parlak bir örneğiydi. Хотелось бы с вашей помощью продолжить эти теплые отношения. Zaman ayırdılar, bizi kabul ettiler. Спасибо, уважаемый мэр, за то, что нашли время и приняли нас. У меня сегодня появилась возможность познакомиться с мэром Одессы, с господином Геннадием Трухановым. Мне очень приятно. И мы с господином Трухановым обсудили вопросы нашего сотрудничества в различных сферах, такие как культурная сфера, гуманитарная сфера, туристическая сфера и других вопросов. Обсудили, как мы могли бы продвинуть наши отношения в этом направлении и углубить сотрудничество в этом направлении. Я также отметила, что я как генеральный консул готова оказывать любое содействие для того, чтобы развивать и укреплять наши отношения. Одесса большой город, космополитический город, в нем живет много национальностей, и мы вместе с турецким представителем турецкой нации, турецкого общества в Одессе готовы участвовать в социальной и культурной жизни города и оказывать любое содействие для того, чтобы разнообразить и обогатить социальную жизнь в Одессе.